пытается скрыться от полиции. Им оставить несрочные вызовы, переключиться на второй канал и ждать команды. Всем патрульным, погоне призываем статус 3. Объект на электростанции. Да, на электростанции. Здесь еще раз 5. Здесь еще раз 5. Будьте осторожны. Только что разнес электровышку. Вперед! Он уходит. Прижмите его. Уйдите там обратно. Он опять развернулся. Машина с кодом 6 потеряна. Ждите сообщений. Да, вижу его. Снова доследуем. Внимание преследователям. К вам идут ЗТР. Ждите. Внимание, это полиция. Немедленно остановитесь. Всем внимание, перед нами заграждение. Он нас обошел. Поближе код 3. Эй, мама, он пробил наше заграждение. Диспетчер, пришлите всех, кого сможете. Людей уберите с дороги. Водитель очень опасен. Внимание всем, говорят, что за дело берут федералы. Скоро прибудут на место. Нет, у нас все под контролем. Мы его возьмем. Гоните его сюда, мы перекрыли дорогу. Визуальный контакт потерян. Повторяю, визуальный контакт потерян. Вижу код 6. Возобновляю погоню. Офицеры штата, сдайте назад. Мы сами разберемся. Он только что повернул на запад. Я 6-2. Заграждение установлено. Оно прямо перед вами. Он пробился через заграждение. Забью его с трассы. Пора с ним кончать. Он тормозит. Ага. Внимание. Это 6-2. На месте. Доложите об уроне пострадавшим как можно скорее.
Вижу. Код 3. Все патрули потеряли его. Ждите. Отмените. Мы его видим. Вижу его. Код 3. Диспетчер, 10:25. Повторяю, 10:25. Пришлите скорую. Еду на запад, на запад. Мы засекли. Диспетчер, он въехал нам в борт. Рвет и мечет. Да. Цель обнаружена. Вон он. Это 5-8. 10:36, 10:36, авария! Он дальше едет. Я попытаюсь врезаться, посмотрим, что получится. Прижмитесь к обочине, остановитесь и покиньте машину. Диспетчер, мне грузовики нужны. Пришлите несколько носорогов. Еду на север, он уходит на север. ВБР уже в пути, машина штата. Будьте готовы прекратить погоню и вернуться к работе. Понятно. Прекращаем преследование, ждем федералов. Готовы? Посмотрим. Он едет на Абада. Я прямо за ним. Мы перекрыли дорогу впереди, и дайте ему свернуть. Только что проехал мимо меня, веду погоню. Похоже, ему удалось уйти. Обыщите мой район. Диспетчер, нужны еще машины. Оцепление неполное. Отбой, мы его видим. Мы его видим. Готовлюсь брать его, ждите новой информации. Мы перекрыли дорогу, сильно не разгоняйтесь. Федеральный 6-4. 10:32 на преследование. Отлично, жди сюда, берем его. Нет, не получится. Он не дает мне занять нужную позицию. Он на ходу, не упустите его. Тормозите его, ну! Объект только что повернул на восток. Он снял опору линии электропередач. Полиция, остановите машину!
Подождите! Нарушитель только что въехал у нас сзади! Водитель не остановился. Лобовое сообщение! Я зайду с другой стороны! Не давайте ему свернуть. Гоните его на заграждение. Направьте машины вперед. Необходимо 1073. Внимание, перед тем, как оторваться, нарушитель направляется на северо-запад с поправкой. Северо-восток. Поправь стрип. Срочно оцепить район. Беглец прячется где-то рядом. Выставить патрули и ждать новых указаний. 1-18 на связи. Я к западу от вас, ребята. Никого не вижу. Диспетчер, это 4-8. Кажется, он спрятался на многоярусной стоянке, а остальных не упустил. Если он еще здесь, то хорошо спрятался. Можно отдать. Несколько машин. We'll be right back.
Он вечно нас обижает. Не ссорьтесь.
второй канал. Берем его в коробочку. Приготовиться. Ох, нет! Он уронил кран. Всем внимание, прямо под кустом большие разрушения. Много обломков. Внимание всем, нарушитель направляется на юг по шоссе Gold Coast. Разрешено обогнать и выставить зацепление. Диспетчер, 4-8 на связи. Я в оцеплении. Нужны сведения по западной кромке сектора. 1-18, у меня все пусто. Диспетчер, жду указаний. Всем постам прекратить преследование. Объект потерян. Иначе не доедешь до финиша. Главное, не разбейся. Вперед!
Странно, что ты еще жив. Может, отменим операцию, пока кто-нибудь не отправился в морг? Никто не отменит мою операцию, ясно? Цель близка. Раньше это было неясно. Но теперь мы вышли на след тачки из пропавшей партии. Джимак — наша цель, но он решил свалить. Поэтому наш агент нырнул с утеса. Он свалился, потому что этот никель испортил тормоза! Леди, послушайте. Ваши международные контрабандисты — это азиатский криминальный синдикат. Им управляет известный авторитет по имени Чао Ву. На нем длинный список. Контрабанда, вымогательство, убийство. Он крайне опасен. Мы вели собственное расследование. И думали, что вы уже вышли на него. Это Кармен. Слушай, я видела черные седаны, но как ты думаешь, они связаны с исчезновением Гектора? Я уже не знаю, что и думать. Я... Позвони. Это 4-1.
на запад. По Пауэлл. Да я поверить не могу, что погоня еще не закончилась. Что мы так дальше будем продолжать? Да, тут понадобится кавалерия. Есть ответ от федералов. Гоните его сюда, мы перекрыли дорогу. Диспетчер, пришлите всех, кого сможете, и людей уберите с дороги. Водитель очень опасен. Я остался без прикрытия. Столкновение код 6, еду туда. Машина преследования. Группа ФБР уже близко. Они примут вас объект. Всем преследуем. Идете к заграждению. Видим его. Он быстро уходит. Не вижу машину. Подмогу срочно. Внимание всем. Передаю данные. Нарушитель движется к югу. Попал. По-прежнему код 6. Переключаю на канал 2. Передаю координаты. Следим за картой. Действуем по команде. Диспетчер, это 1-18. Со мной еще два экипажа. Закончим оцепление через 3 минуты. 30-й говорит. Его тут точно нет. Откатимся чуть западнее. А нет, нет, мы на восток идем. Похоже, мы его упустили.